Вы смотрите видео об отеле The Prime Garden. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель The Prime Garden расположен в стране Турция в регионе Белек и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. 20 километров от аэропорта Анталья, 1 километр от поселка Кадрия. Территория гостиницы занимает 12 тысяч квадратных метров. Новый отель в Белеке. Открытие летом 2015 год расположен в 17 километрах от аэропорта, примерно в 900 метрах от пляжа. Состоит из комплекса вторых-этажных корпусов. Концепция лета 2015. На территории отеля имеется 1 ресторан, 3 бара, 2 открытых бассейна, 3 водные горки, спа-центр, услуги врача, прачечная, Wi-Fi в лобби бесплатно. В номерах есть ТВ с российским каналом, кондиционер сплит, мини-бар бесплатно, только вода. Сейф платно, душ, фен, телефон, ковровое покрытие, балкон или терраса, подключение к интернету платно, Wi-Fi, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из: общее количество номеров минус 200, столы и крумс, 22 квадратных метра, максимум 3 человек, 100 стандарт румс, 20-27 м2, максимум 3 человек, 2 номера для инвалидов. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть дискотека платно, вечерние программы есть, дневные развлекательные программы есть, комментарии в команде аниматоров 7 человек, есть русскоговорящие, анимация работает с 20 мая, открытый бассейн, водные горки, комментарии к бассейну и горкам, один открытый бассейн без подогрева, 300 квадратных метров, часы работы с 8 часов ровно до 18 часов ровно, 2 водные горки для взрослых и 2 для детей, часы работы 10:00, 12:00, 14:00, 16:00. Спа-центр платно, хамам бесплатно, джакузи платно, сауна бесплатно, массаж платно, аренда велосипедов платно, дайвинг платно, мини-гольф бесплатно, виндсерфинг платно, настольный теннис бесплатно, пляжный волейбол бесплатно, водные виды спорта платно, также бесплатно доступны, пляжный волейбол, дискотека вход, развлекательные программы, за дополнительную плату имеется сауна, джакузи, массаж, водные лыжи, серфинг, парашют, каноэ. Для детей есть один открытый бассейн, мини-клуб, возраст 4-12 лет, услуги няни платно, по запросу, детская коляска платно, по запросу, в ресторане детское кресло, детская площадка, развлекательные программы, автобус на пляж бесплатно, полотенце бесплатно, шезлонги бесплатно, матрасы бесплатно, зонтики бесплатно. Территория пляжа, собственный песчаный пляж 900 метров от отеля, длина 75 метров, вход в море песчаный. Комментарии, автобус на пляж курсирует в дневное время каждые 20 минут. Год постройки гостиницы, 2015. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.